Новые лифты транспортируются к пункту назначения в специальных деревянных коробах. Весит такая конструкция несколько сотен килограммов. Плановой замене в Сарове подлежат подъемники, которые по всем характеристикам уже выработали свой нормативный срок. И таких в нашем городе достаточно много. До конца этого года новые лифты появятся еще в 3 домах нового района. Советская 12 и 16, а также Музрукова 31. Смотреть на старые лифты, естественно, не совсем иногда и приятно, даже в каком они состоянии, как вы понимаете. Современный лифт есть современный лифт. Они более надежные и безопасны в плане эксплуатации их. Доступ к работам в шахте на высоте нескольких десятков метров имеют только специалисты, прошедшие специальное обучение. Установка новых лифтов в многоквартирном доме – процесс длительный и трудоемкий. Рабочие начинают замену всех механизмов сверху, поэтапно останавливаясь на каждом этаже. Лифты были установлены в 80-е годы, которые выработали тот нормативный срок, который, значит, им отведен – 25 лет. Хотя им проводилась неоднократно уже оценка соответствия, но с выходом нового технического регламента это, значит, сроки все, естественно, истекают, и фондом капитального ремонта сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. В доме 33 по улице Музрукова заменили только один пассажирский лифт. По просьбе жильцов второй подъемник решили сделать грузовым. Это позволяет и проектировка дома, и сама шахта. Однако работу по установке второго лифта грузоподъемностью 630 килограммов временно приостановили. При доработке шахты под проектируемый лифт была допущена ошибка проектантами, и кабина как пришла не по тем размерам, которые должна была быть. В течение недели завод эту ошибку исправит, кабина придет на объект, работы будут продолжены. Современные механизмы, цифровые панели, комфортные кабины. Все характеристики новых лифтов отвечают требованиям безопасности. Планируется, что замена отслуживших свой срок подъемников продолжится в нашем городе и в следующем году. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.